как сделать престижными рабочие профессии. В колледже радиотехники и связи в Семее организовали IT-марафон «Лидер 21 века». Участниками интеллектуального турнира стали школьники города. Мозговой штурм прошел в форме любимой игры. А дети не только отвечали на вопросы, но и готовили собственные проекты на выставку «Экспо-2017». Весь прогресс научно-технический вот именно благодаря специалистам технического профиля может внедряться. Поэтому надеемся, что сегодняшнее мероприятие, оно у нас проходит впервые. Будем его проводить ежегодно, потому что все-таки профориентационная работа должна уже в новом формате, в новых условиях проводиться.